качестве напольного покрытия используем массив северной березы. Доски покрыты 7 слоями лака, поэтому влаги не боятся. Укладываем их при помощи паркетного клея. Ну и пол у нас поддерживает общий стиль. Совершенно верно. Он такого мягкого желтоватого цвета. Это северная береза. Не случайно мы положили его перпендикулярно нашим стенам, так как наша мансарда достаточно вытянутая, мы ее визуально сократили. Цвет ее тоже идеально попадает в концепцию скандинавского интерьера.